Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 83-м уроке видеокурса Landing Page для начинающих. И в этом уроке я вам хочу показать классный виджет, который вы можете использовать в качестве бэкграунда вашего лендинга. Это вот такие вот падающие симпатичные цифры. Эти цифры также реагируют на мышку. Мы можем любую цифру зацепить мышкой, вот так вот растолкать все другие цифры. Если отпустить, то она будет как бы еще и скакать, подскакивать. Вот, например, 50. Когда накопится цвета одного более-менее цифр, которые падают сверху, когда они рядом друг с другом, они исчезают, что-то наподобие тетриса, да, и высыпаются сверху цифры другого цвета. Давайте перейдем в Adobe Muse и рассмотрим данный виджет. Из библиотеки виджет я перетягиваю на холст. Он сразу встает по ширине в 100%. Размещайте там, где вы хотите. За ползунки можно вот так вот увеличить виджет. И у нас здесь в настройках практически ничего нет, кроме как заливки. То есть background color. Видно, что у нас черный. Давайте оставим как есть и посмотрим в браузере. То есть, видите, мы не можем управлять ни цветом цифр, ни еще какими-то параметрами, ни размером цифр. Мы можем просто только разместить его, например, изменить бэкграунд и использовать где-то в качестве, например, заднего фона. Это, конечно же, специфический виджет, он не везде подойдет, но в каких-то тематиках, может быть, будет самое то. И, например, видите, заливка браузера у меня темно-зеленая. Можем взять, например, код цвета и поставить. Вам здесь не видно, но я думаю, вы знаете, как это делается. Поменять цвет, чтобы был бэкграунд одного оттенка. Ну и логотип. Тут у меня Muse. Можем поместить наверх. И вот таким вот образом у нас все происходит. В принципе, здесь сказать больше нечего. Мне виджет очень симпатичен. Если вас виджет заинтересовал, то вы его сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет под этим видео. Увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы. Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу, всевозможные эффекты с текстом, круговой прогресс-бар, маска с текстом и многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!